Я всех приветствую на своем канале. Ну что ж, ребят, давайте вскроем очередную посылку, которая мне пришла, как вы можете понять, из JD.com. В отличной упаковке. В очередной раз убеждаюсь, что в JD действительно годная упаковка. Сам пакет рабочий и эта пупырка тоже работает. И давайте посмотрим, в каком состоянии пришла у нас упаковка. Чуть-чуть вот здесь у нас помялось. Так, здесь у нас все целое. В общем-то, я могу сделать вердикт, что JD в очередной раз не зря постарались и потратились на упаковку. В любом случае, порой у них товары намного дешевле, а упаковка намного лучше, чем в том же Алиэкспрессе. Поэтому многим продавцам стоит сделать вывод в отношении того, как правильно упаковывать товары. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас приборчик, который имеет индекс UT-353. Это штука, которая называется шумомер, то есть она меряет, собственно, уровень громкости, уровень шума в децибелах. Какие у нее настройки есть, какие у нее функции и так далее, все будет в подробном обзоре. Пока что это только предварительный такой обзор, и давайте посмотрим, какие характеристики у нас здесь есть. От 30 до 130 дБ может мерить, все, что выше и ниже, естественно, чувствительность микрофона не позволит, и, собственно говоря, тоже предел есть по максимальной громкости. Но 130 дБ, чтобы вы понимали, это шум, наверное, ну, я вот, чтобы боюсь не соврать, это, наверное, шум заведенного мотора у самолета, то есть это огромная громкость, и, кстати, обратите внимание, что плюс-минус 1,5 дБ погрешность. Получается, что эта штука довольно-таки точная, как для девайса за 10-15 долларов. Работает он в частотах от 31,6 Гц до 8 кГц. То есть, в принципе, диапазон довольно широкий. Этой штукой можно мерить как громкость наушников, всяких смартфонов и так далее. Видим, что здесь есть два режима Fast-Slow, то есть быстрый замер и медленный. От 3 до 3,5 вольт нужно для питания. То есть, скорее всего, здесь идет либо две батарейки, либо какая-то аккумуляторная штуковина, либо еще что-либо. Давайте будем распаковывать, смотреть. Здесь у нас крепление стандартное, клиповое, то есть легко все открывается. По девайсу он сделан крайне годно. Кто не в курсе, компания Unit делает измерительные приборы очень давно, очень высокой точности. И даже вот такие вот девайсы, скажем так, бытового использования, то есть это не профессиональный инструмент, но вполне может использоваться для профессиональных целей. Здесь у нас есть инструкция, она на китайском. Удивительно, я думал, что это локализованный девайс, потому что везде здесь все на английском, никаких китайских иероглифов. Ну, в общем-то, что имеем, то имеем. Здесь подробно расписан вес, то есть 116 грамм, габаритные размеры 150 на 52 на 27, питается от 3,5 вольтовых батареек, или я ошибаюсь, в общем, сейчас посмотрим, что еще у нас здесь. По влажности обязательное условие, что влажность должна быть меньше, либо равна 80%. Ну и для максимальной точности, скорее всего, необходима температура 23 градуса Цельсия плюс-минус 5 градусов. То есть в этих пределах он меряет максимально точно, в остальном могут быть на этом датчике, здесь стоит, ну типа такого микрофона, могут быть уже какие-то изменения, и он может показывать не так точно. Буду разбираться, буду смотреть, что он из себя представляет, посмотрим, какие у него есть режимы замера. Пока что давайте его включим. Кстати, немножко, да, из-за того, что упаковка повредилась, немножко видно помялся поролончик, но это не смертельно. Поролон — это такая штука, он легко просто выправляется. Вот уже сейчас он выглядит намного лучше. Что у нас здесь? Здесь стоит капсуль, обычный микрофон, в принципе, конструкция разборная, два винта, и я думаю, что можно подобраться. И вот для питания нам необходимо три батарейки по 1,5 вольта, типа размер 3А. Давайте посмотрим, в комплекте они есть. В комплекте они есть, это отлично, это радует. То есть мы можем сейчас... О, кстати, здесь у нас не просто батарейки, это Тианку. Это довольно серьезный бренд, он делает в Китае очень много различных питающих элементов. Так что если это оригинал, это крайне годно. Итак, давайте попробуем его включить. По нажатию ничего не происходит, по удержанию он включает. И, в общем-то, сразу идет замер. Кстати, когда он только запускается, был специальный экранчик, который показывал уровень заряда батареи, и это крайне годно, обратите внимание. Ну, давайте попробуем замерить, с какой громкостью я сейчас говорю. То есть это 70 примерно дБ. Ну и давайте попробуем что-нибудь громкое такое сделать. Вот видно, до 75 дБ он поднимается. А теперь давайте попробуем послушать тишину и посмотрим, сколько дБ будет.
36 дБ ниже не опускается. Hold — это, скорее всего, замер по нажатию на кнопку. То есть вы нажали, и он показал какое-то значение, зафиксировал его, чтобы оно не сбивалось. То есть в какой-то пиковый момент вы можете замерить громкость. Пока что девайс мне показался очень интересным. Здорово, что в комплекте есть батарейки. Обычно в мою страну они поставляются, такие устройства, без батареек. Здесь все в комплекте, и это очередной плюс компании JD, потому что она не вытащила, как это делают некоторые продавцы на Алиэкспрессе, аккумуляторы, батарейки и все в таком духе. Производство 31 октября 2017 года. Не самое свежее устройство, но в любом случае до сих пор этот девайс крайне актуален. Учитывая его невысокую погрешность, можно мерить очень много всего. Накидайте в комментариях вариации, как можно использовать этот шумомер, а в обзоре я подробно расскажу, для чего я его покупал и насколько он мне показался удобным, неудобным, какие в нем есть функции и так далее. Хорошего всем настроения, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь обязательно на канал и, конечно, всем добра. Заходите в группу ВКонтакте, там есть купоны, скидки и информация о каких-то новостях, в частности о компании Xiaomi, которая мне очень нравится и за которой я слежу внимательно. А также заходите на инстаграмчик, там тоже море интересных фоточек. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, ссылка на это устройство будет в описании, там ссылка, где я покупал, и попутно еще несколько ссылок, допустим, на Алиэкспресс, чтобы вы сравнили цены и купили там, где дешевле. Ну и ссылка на кэшбэк тоже в описании. Всем пока!